моя птица, в руки не давалась. Раненая птица, птицей оставалась. Этот сон давнишний до сих пор мне снится. На траве кровавой вздрагивает птица. И смотрели в души людям по-детски наивные глаза зверей с анималистических полотен художника Христофора Степанова. И рефреном звучала в душе строчка из давней песни «Просьба» композитора Александры Пахмутовой. «Не убивайте зря». Может, мне так казалось? Я художник. Так лаконично, без претензий, называлась недавняя персональная выставка мастера, который, как никто другой, постиг тайный смысл и мудрое устройство природы. Как художник, он буквально недавно, вот год-два я его открыл для себя. Вот, это было приятное открытие. Да, появилось новое имя в якутском изобразительном искусстве. Потому что все его работы – это жемчужины такие. Какая-то от них идет аура такая, волшебная, я бы сказал. Он сам очень любит то, что он делает. Вот Бизонов его взять хотя бы. Это же он там, оказывается, был специальный, все это подглядел. Подглядел, и все так, это интерпретация такая у него своя, покрыта такой пленкой волшебности все. Любил рисовать животных с детства. В начальных классах все наши мальчишки в основном любили рисовать про войнушку. Мне это не нравилось. Я даже не умел так оружие. Правильные черты я до сих пор не умею. Не люблю рисовать черты правильника. Вот многоэтажки рисовать или машины, какую-то технику. Писать шрифтом, я тоже, у меня двойка. Потому что правильные черты абсолютно не умею, я не люблю. Mm-hmm. Что-то такое живое хочу передать. Mm-hmm. Нравится. И это, я любил рисовать животных, поэтому с детства учился. Потом папа, когда в начальных классах, он заметил, что я люблю рисовать именно животных. И он купил, нашел книгу «Изображение птиц и зверей». Книга очень хорошая. Там учишься изображать животных, начиная от скелета, от строения, мускулатура каждого животного, птицы, течение шерсти. В детстве, конечно, я об этом не задумывался, просто срисовывал, когда маленький был. С этой книги срисовывал, из картинок срисовывал животных. А потом, когда в старших классах уже начал читать эту книгу, и начал учиться уже правильно изображать животных, птиц, мускулатуру изучал, течение шерсти. Но это естественно, я хотел сделать красиво, не только красиво, и как-то выразительно, чтобы мои работы понравились людям, понимаете. Мне это радует, меня это вдохновляет, когда людям нравятся мои работы. Значит, я не просто так задумывался на какую-то тему. Это у меня, наверное, на выставке были не просто изображения птиц и зверей, а какие-то смысловые, со смысловыми нагрузками, философскими этими. Хотел передать что-то, сказать что-то. Я как-то в Якутске здесь снимал квартиру. Сидел там, как обычно, левой рукой держал бумагу, правый карандаш простой. Сидел на диване, думал, что бы нарисовать. И тут начал показывать про волков. Нападали волки
какие-то очень крупные суммы начали платить охотникам, которые добывали волков. Ну, мне так обидно стало, жалко стало волков. Почему все время они виноваты? Браконьеры уничтожили их натуральную эту добычу. Почти уничтожили, поэтому они нападают. Ну, это, во-первых. А во-вторых, это просто животные, волки. Зачем их уничтожать-то? За деньги. Мне так обидно стало. Я начал рисовать себя среди волков, рычащих волков. При Советском Союзе я вырос, конечно. Мне нравилось. Сейчас, когда вспоминаю, да, действительно, люди были другие. Теперь и нынче решают все деньги. Абсолютно. Все решают деньги. Смотрят на тебя не как на человека, смотрят на кошелек. Как он зарабатывает, хорошо зарабатывает или нет. Это, с одной стороны, минус. А с другой стороны, при Советском Союзе я не мог бы выставиться. Чтобы выставка состоялась, а состоялась она в картинной галерее имени Наума Матвеевича Зосимова в городе Покровске, приложили немало усилий люди, глубоко понимающие художника. Я не устану отмечать маму художников Хангаласского улуса, директора Хангаласской картинной галереи Людмилу Александровну Зосимову. Я очень рада и большую благодарность сегодня хотелось бы сказать, слова благодарности нашей уважаемой Людмиле Александровне. Это человек очень уважаемый нами, это живая легенда. Вы гордитесь, что такой человек работает с художниками Хангаласского улуса и всех вас поддерживает от души. Художник был счастлив, поскольку не всегда он был баловнем судьбы, которая иногда и подставляла, и предавала, но и хранила. Эта выставка была непростая, честно я вам признаюсь, потому что работы у Декабриновича расходятся, как горячие пирожки. У него дома ничего нет, и поэтому мы собирали везде, всюду, и в Качегарцах, и в Якутске, и в Оксакалохе, и здесь в Покровске. И вот получилось, что получилось. Детство было очень уникальным. У него в одном кармане, я всегда это рассказываю, привязан карандаш, огрызок карандаша. В другом кармане, вот, как называется это, фольга из-под чая был. Вообще неизвестного цвета пластилин, очень редкий в то время. И он все время как усядется и начинает или лепить, или рисовать на клочке бумаги. Но это действительно было давно свыше, вот из его рисунков, вы сами видите. Но художник это не тот, который действительно рисует по заданной теме. Это действительно происходит из твоего богатства, наверное, не то что богатство, а вот из твоей души, то чем наполнена твоя душа. И очень благодарна, что за время его творческого пути моего брата всегда попадались очень светлые люди, которые готовы поддержать, готовы любую минуту что-то сделать для него. Я бы хотела, чтобы он всегда помнил об этом. Вот светлый человек Людмила Александровна, да? Вот все вот наши земляки тоже готовы в любое время его поддержать, организовать какое-то мероприятие. Thank you.
такой зритель, Христофор? Ну, животный мир, окружающий мир, по-моему, любят все люди. Абсолютно все. Я не знаю еще таких, каких-то монстров я еще не видел, не встречал, которые ненавидят окружающий мир или природу. Таких нету, по-моему. По-моему, я думаю. Ну, нравится кому-то, если есть такие, бывают такие люди, встречал, которые... Ну, равнодушные, скажем, да? Абсолютно равнодушные тоже есть. Только очень, очень редко. Очень редко. Такие бывают. А еще встречал немало людей, в основном с образованием, с дипломами, которые начинали критиковать, кричать на меня туда-сюда. Когда хороший мастер какие-то мои ошибки показывает, я очень прислушиваюсь, внимательно прислушиваюсь. И когда вот простой человек, например, зритель, что-то говорит, или дети обычно очень хорошо говорят. Моя дочка вот так, когда маленькая была, даже говорила, это не нравится, это что-то не так. Очень внимательно слушаю, потому что они видят, не обманывают же, видят то, что видят. Иногда бывает, конечно, для продажи я стараюсь там что-то красиво сделать. Сейчас внучка моя маленькая, Кристина ее зовут, ей 5 годиков, она левша. Я для нее купил детскую акварель, кисточки хорошие, между прочим. Альбом вот так стелю, например, рисуй, потом рядом сижу, начинаю сам тоже рисовать. Она смотрит, дедуля, я твоим и хочу. Что делать-то, приходится ей передать. Она левой рукой начинает рисовать. У всех детей, по-моему, есть способности. Просто надо развить. Три раза мастер-класс давал по кроске. Я, да, да, дал. Мне так интересно стало. Им так нравится рисовать. Я удивлялся просто. Объяснял. Ну, люди всех взрослых воспринимают сразу. Главное – терпение и трудолюбие. Моя двоюродная сестра и моя тетя, они ходили, оказывается, вот мастер-классы. Они уже в годах. Я как-то видел их работу. Случайно увидел по кроске. Удивился, когда они стали художниками-то. Видите, как уже в годах начинают рисовать. Просыпаются у людей, да, да. У всех людей есть. Просто они заняты были. Я его с малых лет знаю. В свое время я после окончания художественного училища в Якутске 69-го по 73-й год, 4 года преподавал в Качикатской средней школе чертение, рисование. Еще у меня плюс ручной труд был, часов, ну, хватало. Ну, вот там я тогда молодой, энергичный, организовал вот вечерние рисунки. То есть у нас юный художник такой кружок был. И вот такие вот талантливые, способные ребята, ну, я по рисованию учил как раз то, на что способен. Там задатки уже понятные были, кто хорошо рисует, более глаз поставлен и желание большое. Учеником он, так сказать, по гуманитарным, по школьной программе, он, ну, средний ученик так-то. Не выдающийся, конечно, был. А по рисованию он уже такие вот способности свои показывал уже. Он на пятерке учился. И главное, вот у него, ну, в жизни что-то добиться, да, чего-нибудь, да, свое желание. Вот у человека, так сказать, вот треугольник правильный должен быть. Хочу, могу и надо. Ну вот у него все получилось. Вот, и вот сегодня его вот персональная выставка все это показывает. Человек очень трудолюбивый, и главное, желание есть большое, и способности, талант. Рад тому, что я в
крупных животных не убивал. Слава Богу. Ну, хотел, мечтал, как любой мальчишка, когда молод был. Тем более якут. Добыть медведя, лося. Нет, слава Богу, Господь Бог не дал мне. Уток стрелял. Я не против охоты, абсолютно не против. Я уважаю охотников, которые действительно охотники. Но я терпеть не могу, когда уничтожают. Просто так уничтожают, для куража. Есть такие люди. Мне это не нравится. Я хорошо знал его бабушку, маму, отца. Вот. Семья такая была, в общем-то, можно сказать, творческая, как бы, да? Но Христофор Декабринович, он талантлив, как бы сказать, из народа. То есть он специально не учился, он не кончал художественное училище, допустим, там образование такого не получил. Но талант есть талант, он проявляется, да? И вот он самодеятельный художник, вот, нарисовал очень много картин из природы, вот, животных, допустим, природы, у него очень много акварелей, да? И при том он это связывает не только, вот, допустим, отдельно взятые животные, как бы, да? Он это связывает с преданиями, с традициями якутского народа, допустим, да? И вот его работы, которые вот здесь выставились, это малое только того, что он сделал за эти годы, да, за 50, ну вот, отмечаем 55 лет, его персональная выставка. Его работы, которые он выполнял на рогах лося по своей технике, по своему исполнению, не имеет никакого аналога в мире. И то, что он сделал на рогах лося, вот, оно уже как бы является и достоянием не только и Республики Саха-Якутия, оно широко известно и в Российской Федерации, и многие гости, которые приезжают в Якутию, тоже увезли его работы. А то, что он нарисовал Баяная вот в таком очень необычном виде среди вот животных, да, это уже как бы брендовый рисунок, он находится во многих рисунках полиграфии, это и в журналах, в календарях много, да. И вот, будучи у нас в гостях, иностранные гости, которые приезжали в Налинских столбах, мы продавали ее репродукции, это его картины, да. И оно махом расходилось. И вот, когда я бываю в некоторых странах, допустим, в Бельгии, у меня живет приятельница в Бельгии, вот его, она купила картину Баяная в Налинских столбах, и вот она говорит, это самая, ну, самая хорошая репродукция, которая имеется у меня с родины. И многие, которые со мной общаются, люди в Бельгии, они вот и очень сильно интересуются и очень сильно эту работу вот хвалят, да. И хотелось бы отметить, что земля Хангаласская, и в частности, Кочегарская земля, имеет очень много талантливых художников. И в этой плеяде художников самой яркой звездой является, конечно, Христофор Декабринович. Он свободен, по-моему, от всех условностей, которые нас, ну, практически большинство, там какая-то бюджетная работа, там какие-то вот поведения, значит, где-то можно сказать, где-то нельзя сказать. Вот это у него все, к счастью, отсутствует. У него животные-то какие-то очеловеченные, да? Да. И он сам тоже есть. Да. Кстати, вот Баяная там, я так посмотрел, это он сам. Он настоящий художник, как бы скитается по, ну, в основном по Хангаласскому улусу, и там везде что-то делает. В Балагане он там шил месяц или два месяца, и там все изрисовал. Даже на Лояле такую прекрасную роспись он сделал. Да, я такого нигде не видел. А я поездил же все-таки, посмотрел. А тут это вот так, что уникум, и он живет и ходит рядом с нами. Он человек такой не совсем складный, удобный, но он художник. Так что название выставки вот очень хорошо придумали. Людмила Александровна, я художник. Thank you.
Голодным, что ли, да? Не обязательно нужно быть голодным или там бродяжничать. Андрей Чекочев, посмотрите, живет прекрасно. А какой мастер! Я, кстати, с ним вместе учился. Прекрасный мастер. Просто поражаюсь. Вот так можно посмотреть его масляную работу. Я мазков не вижу. Это мастерство абсолютное. Так передать. Он и этот... Как его? Корякин. Очень похож. Катерина Сружанина. Ой. Вообще, вот, мастеров очень много в Якутске, Якутии. Ага. Которыми я просто восхищаюсь. Понимаете, их работами. Я не могу про себя сказать, что я очень светлый, прекрасный человек. Нет, увы. Я обычный человек. Но появляются такие мысли. Иногда что-то вижу плохое, аж плакать охота. Бывает иногда. Я мужчина, стопроцентный. Но все равно бывает, так больно бывает. Хочу передать что-то свое, сказать что-то свое. И это молюсь иногда, и что-то приходит. И что-то смогу передать, и зрители тоже почувствуют что-то, что я хотел передать. А что в тебе ты не любишь? По-моему, во мне живут все качества, и хорошие, и плохие, как в каждом человеке, возможно. Угу. Да. Но мне самому не нравится моя вспыльчивость. Я очень вспыльчив. Эмоциональный. Меня радует, что, слава Богу, Господь Бог дал мне возможность рисовать. Я передаю свои эмоции через работу. Передаю. И это меня радует.